Спасибо. Слава Богу, завтра и послезавтра будут редкие дни, когда я не буду присутствовать на судебных заседаниях, потому что связки я себе уже подорвал, я так думаю, всякими мишками ручаями. Кстати, хочу сказать, что там такая Маша Воронова сидит вся в белом, это президент там общества защиты диких животных. И вот благодаря Маше я попал со старшей дочерью Александрой в такой, называется orphanage по-английски, то есть детдом. Детдом для медвежат. Это в Тверской области. То есть Тверская область — это такие охотничьи угодья для всяких наших таких добрых охотничков, которые там из джипов, ну, слава богу, что из вертолетов. Ну, в общем, то есть они занимаются тем, что изничтожают медведей. Значит, после того, как они убили очередного медведя, могло так получиться, что это медведица на самом деле. Что эта медведица недавно родила медвежат. И остаются вот эти медвежата. И, в общем-то, они обречены на смерть, потому что они крошечные. Мама там очередной какой-то там замзав главы, администратор, там тыры-пыры, генерал там и прочее-прочее пристрелил, да? Смело, с большого расстояния, метким выстрелом. А медвежонок остался. К счастью, там находятся такие сердобольные егеря, которые этих медвежат находят, потом выхаживают и отдают этот самый детский дом. Вот я там таскал в рюкзаке за спиной сразу двух медвежат, то есть я их тащу, они там в рюкзаке там когтями скребутся, вот отлично. На самом деле всем очень советую заниматься охраной природы и животных, и всем очень не советую ни в жизни никого не убивать, ни людей, ни животных. Охота — это серийное убийство, имейте в виду. Только физически нездоровые люди могут кайфовать от того, что они кого-то убили. Но я готов сделать исключение для комаров.